И сегодня в этом видеоролике я вам покажу своего питомца, которого я сделала для Фрэнки. Все остальное о нем написано в его, его анкете. Тут написано, что его зовут мистер Флаффи. Его порода птица-заяц. А особенности у него, он умеет прыгать без помощи крыльев до 100 метров. А весь текст, который он говорит от своего имени, он расскажет вам сам. Привет, меня зовут мистер Флаффи. Я очень люблю летать над густыми лесами. Самые вкусные вкуснятины – это морковь и пшенка. А я ем морковь, посыпанную пшенным зерном. А мой новый хозяин – это Франкенштейн. А сейчас я вам расскажу, как я его шила. Я его шила такого вот цветочка, у которого три лепестка. Я их просто шила и потом прицепила клювик, крылышки, хвостик и глазки. А потом пришила ушки от зайчика. У меня, в принципе, не было никаких сложностей. Все, до свидания.